Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре снова внешний SSD от DeXp. Это снова W500C, но уже в объеме 2 терабайта. Кстати, данный SSD можно купить в DNS, ссылочку оставил внизу. Ну что, только что вы увидели распаковку данного SSD, и, конечно же, она не отличается от других распаковок точно такой же серии W500C. Там точно такой же внешний SSD, точно такой же проводок с точно таким же удобным переходничком. И все это очень классно. Но заявленные скорости у нас 520-480 говорят о том, что внутри у нас находится M2 SATA SSD, и в случае, если он вдруг выйдет из строя, его можно заменить на любой другой M2 SATA SSD, даже, например, на тот, что с DRAM кэшем. В прошлых сериях у нас внутри был SSD безбуферный на начинке от Silicon Motion 2259XT и QLC чипах памяти. Здесь, я думаю, ничего у нас не поменяется, и будет точно такой же SSD накопитель, только объемом 2 терабайта. Но стоит отдать должное, корпус здесь классный, цельно-алюминиевый практически. Есть вставки сверху, снизу. Ну и здесь у нас есть два тускленьких синих светодиода, которые говорят о том, что SSD у нас подключен, ну или работает. Что-то там с ним да происходит. Так что давайте не будем затягивать, подключаем, переходим к тестам. Перед тем, как подключить наш внешний SSD, давайте перейдем на официальную страничку DNS с карточкой товара «Внешний SSD DeXp W500C на 2 терабайта или 2048 гигабайт». Объемы бывают от 512 гигабайт до 2 терабайт. Ну и смотрим на характеристики. 480 на запись, 520 на чтение, USB 3.2 Gen 2 поддержка, конечно же. Ну а что касается гарантии, то это 3 года местной гарантии от DNS. Это прямо похвально. Что ж, давайте подключим. Отлично. Смотрим, что у нас по файловой системе. Файловая система EXFAT, как это обычно бывает на внешних SSD накопителях. Но идем дальше. Crystal Disk Info. Смотрим, что же он нам покажет. Итак, накопитель E. Число включения 16 раз, до меня, видимо, несколько раз он включался где-то, возможно, на заводе. Что касается смарт-параметров, у нас здесь их достаточно много. Хосты чтения записи по нулям, 0 часов работы, все-таки перед нами абсолютно новый SSD. 33 градуса, для контроля за температурой запустим CPU-ID хардвый монитор, где мы все это с вами будем отслеживать. Но сомневаюсь, что температура у нас здесь будет меняться. Но все-таки посмотрим. Теперь давайте попробуем определить начинку нашего SSD. Вероятнее всего, у нас там, конечно же, контроллер от Silicon Motion, от SATA SSD, судя по всем предыдущим SSD накопителям. Поэтому давайте все-таки попробуем это все определить. Контроллер безбуферный SM2259XT. Ну и QLC чипы памяти от Intel. Точно такой же набор у нас встречался и в младших по объему моделях. Так что закрываем, запускаем AIDU64 и переходим к тесту. Это у нас, конечно же, тест диска, он же обкатка нашего SSD накопителя. Линейная запись. Вот он наш внешний SSD DeXp W500C. Запускаем и ждем результат. Ну что, как вы можете видеть, я не стал ждать завершения этого теста, потому что за практически 3 часа у нас 62% выполнения, и до завершения прошло бы еще, наверное, часа 3. Но мы с вами видим 28% на максимальной скорости, потом скорость снижается, колеблется. В общем-то, подтверждение того, что мы уже увидели, да, здесь у нас SSD на QLC чипах памяти. Что ж, смотрим, что же у нас было дальше. В Crystal Disk Mark заявленной скорости 520 на чтение, 480 на запись, полностью подтверждается, даже больше. Случайно 4К 22 практически мегабайта, тоже нормально. Что касается SSD Benchmark 448 баллов, примерно то же самое, что мы видели уже на версии 512 гигабайт и 1 терабайт. В Auto Disk Benchmark у нас точно так же 14 на чтение, 14 на запись, как на предыдущих по объему SSD. Ну и 3D Mark 702 балла, чуть выше, чем на версии объем 1 терабайт и на 512 гигабайт. Но если мы посмотрим на быстрый тест PC Mark 10, то здесь у нас 579
баллов. Полный тест делать не стал, потому что он бы занял кучу-кучу времени. Что ж, давайте посмотрим на операции ввода-вывода, которые мы здесь получили. И давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого, как обычно, копируем папочку рендер объем 100 гигабайт и смотрим, что же будет у нас по реальной скорости записи. Это у нас 400 мегабайт в секунду. Так, ну, похоже, 400 мегабайт в секунду тоже неплохой результат. И то же самое мы с вами видели и на других SSD, младших по объему этой же серии. Но давайте посмотрим, что же будет у нас дальше. Хотя записывать сейчас 600 гигабайт, тратить на это полчаса, тоже не вижу никакого смысла. Да, потом скорость у нас снизится, да, снизится там до 50-60 мегабайт в секунду. Ну а что мы хотели? Мы с вами уже знаем и начинку, и чипы памяти, и поведение этого SSD на примере младших по объему. Так что не вижу смысла дальше заполнять наши SSD, потому что все понятно, все известно, и скорость у нас после примерно там 600 гигабайт, может быть чуть меньше, 550, она у нас снизится. Так что отменяем запись папки. Что ж, давайте теперь посмотрим на начинку данного SSD, что же там прячется внутри. Хотя, в принципе, мы все это видели на младших по объему SSD. Ну а так как вы увидели меня сейчас и не было никакой распаковки, которая вандальным способом позволяет вскрыть данный внешний бокс, а по-другому ну никак не получится у вас, я не стал этого делать, потому что ну что мы там внутри увидим? Там точно такой же переходник, там точно такой же SSD, только объемом 2 терабайта. А вот увечья, которые при вскрытии достаются внешнему боксу, да, внешнему SSD, здесь достаточно серьезно. Более того, я подумал, блин, а куда я поставлю этот M20 SSD для того, чтобы, например, протестировать его отдельно? Надо смотреть, изучать и пробовать. Короче, поэтому я не стал этого делать, потому что я не уверен, что на Apex у меня есть поддержка M20 SSD. Да, она, скорее всего, там есть, но все же. Все, что вы видели на тестах, это мы с вами видели уже неоднократно. Точнее, дважды. Это было на версии 512 гигабайт и на версии 1 терабайт. Именно на серии W500C. Все скорости у нас подтверждаются, даже лучше, чем заявлено. То же самое касается и теста реальной записи, где до заполнения SLC кэша мы получаем 400 мегабайт в секунду, где примерно после 550 записанных гигабайт скорость у нас сильно снизится до отметки 50-60 мегабайт в секунду. И это надо понимать, если вдруг вы решите разом закинуть сюда больше 500 гигабайт, что скорость у вас может снизиться и время записи у вас может сильно увеличиться. Но блин, а часто ли мы записываем такие огромные объемы данных, да еще и на внешние SSD? Я думаю, что нет. И блин, это настолько редкое явление, ну я думаю, вы сами понимаете. Ну и подводя итоги, у компании DeX получился простой, недорогой и с трехлетней гарантией внешний SSD с M20 SSD внутри, где в случае выхода его из строя, например, у вас там закончилась гарантия, SSD внутри сдох, вы всегда можете заменить его на другой M20, даже на какой-нибудь с DRAM кэшем и получить великолепный внешний SSD. У меня же на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока!